В этом видеовыпуске я расскажу вам про ходовой комбинированный огонь от тайваньского производителя Useful. Ходовой огонь необходим для того, чтобы обозначить судно на акватории, а также показать направление его движения. Это заводская упаковка. В таком виде товар находится у нас на складе. Давайте откроем и посмотрим комплект поставки. Это сам фонарь и 3 нержавеющих самореза для его крепления. Давайте более подробно рассмотрим данный ходовой огонь. Он состоит из платформы, которая крепится на переборку, лампы накаливания, которую очень легко поменять, 2 проводов для подключения, также неопреновая прокладка, светофильтр 2 цветов и декоративная накладка с флажком, который разделяет светопоток. Этот огонь крепится к платформе либо к палубе с помощью 3 саморезов. Сейчас специально для вас я подключу этот фонарь, и мы посмотрим, как он работает. Сейчас вы сможете увидеть, как работает флажок. При повороте судна направо мы видим только красный свет. При повороте налево только зеленый. Когда судно движется прямо, мы видим оба огня. Данный ходовой огонь очень компактный, и его рекомендуют устанавливать на лодки небольших размеров. Но если у вас большая лодка, то в нашем интернет-магазине вы сможете найти более мощный ходовой огонь, как комбинированный, так и раздельный.